На Южном Урале началась подготовка к Кубку губернатора Челябинской области по водному полу среди женских команд. Вторые по счету международные соревнования пройдут в Златоусте и Челябинске со 2 по 7 июля. Участие в стартах уже подтвердили сборные России, Нидерландов и Японии, Хорватии, Узбекистана, Казахстана, а также команда «Динамо Уралочка». Напомню, что первый кубок губернатора по водному полу состоялся в сентябре прошлого года. В состязаниях, приуроченных к саммитам ШОС и БРИКС, выступили 6 команд – Хорватии, Китая, Казахстана, Узбекистана, молодежной сборной России и златоустовской «Динамо Уралочки», который и достался главный приз. Серебро увезли китаянки, бронзу – российская молодежка.